Только эти знаки зодиака сорвут джекпот с 15 апреля. Апрель во всех смыслах станет «золотым» для двух представителей зодиакального круга. Для кого-то этот месяц станет прорывом в бизнесе или карьере, кто-то улучшит свои доходы. Уже очень скоро эти знаки зодиака смогут окунуться в водоворот удачи. А кто эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак – Скорпион. В этот период апреля удача станет вашим верным спутником и добрым другом. Наконец вас заметит начальство, может быть, даже порадует премией. Желательно полученные деньги использовать для погашения долгов. Переживать не стоит, финансовое положение будет стабильным. Месяц подкинет вам интересные возможности и новые знакомства. Второй знак – Лев. Уже с 15 апреля вас осчастливит неожиданный доход, ради которого не придется трудиться. Кого-то ждет повышение и долгожданная премия, а кто-то удачно завершит судебное разбирательство или выиграет в лотерею. Свободное время посвятите учебе и саморазвитию, это принесет финансовый успех. Третий знак – Близнецы. Близнецов ожидает ощутимое пополнение кошелька. Это получится сделать за счет разных источников заработка. Не забывайте пополнять финансовую подушку безопасности, в ближайшее время вас ждут крупные покупки.